Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Ну что же, у нас новый месяц начался. Так что первый день. 25 миллионов древесины. Окей, забрали. Так, кто это такой? Комплект прекрасных и ужасных. Это кто такой? Фриверт какой-то, непонятный чувачок. Ладно. Так, здесь у нас... О, это же, по-моему... Да, это у нас... Кошмарный пристеголов, которого я с удовольствием отпущу на волю, потому что он у нас есть. Так, ну что тут, воздух? Воздух, лети давай на воздух. Здесь нам выпадает 150 тусклого янтаря. Так, меня интересует, Грамгильда, по-моему, у нас полетела, да? Ага, что нам? 75 миллионов рыбы. Уходи и возвращайся домой. Давай. Так, кривоклык, что ты нам дашь? Тусклый янтарь. Продолжить. Иди играй бесплатно. А дальше у нас идет барсик. Барсик нам опять же, наверное, тусклый янтарь, естественно. Им проще дать тусклый янтарь, чем какую-нибудь вещь. Ты понимаешь, в чем дело? А здесь то же самое, да? Угу. Приручение. Ну что же, ладно, мы их озадачили. Теперь давай соберем ресурсы. Соберем ресурсы по-быренькому. Сегодня что я хочу сделать? Я должен допройти события, ребят. Там осталось совсем немножко времени. Возможно, я даже и не успел, хотя должен успеть. Да, до закрытия 3 часа, как ты видишь. То есть я должен успеть сегодня пройти его. Так, это мы с тобой забираем лопатку. Что у нас тут дальше? Так, ты не прохлаждайся, лети. Скалотряс то же самое. Так, посмотрим. Ну, вряд ли здесь, опять же, мы с тобой переведем в титаны. Тут радоваться, как говорится, и обольщаться не стоит. Пускай дальше летит. Так, а почему ты у меня ничем не занимался? Давай, беги. Так, за рыбой. А ты тоже сидишь тут. Ничего не делаешь. Так, иди обучайся. За рыбой, за древесиной, летите. Так, этот у нас уровень получил. Так, понятно, мне не хватает. Мне не хватает именно рыбы. Угу, рыбы не хватает. Причем самую малость. Давай, давай, лети. Так, и здесь древесина тоже. Что? А, все лесопилки заняты. Так, сколько ты мне дашь? 47 миллионов рыбы. Блин. Там сколько нужно? 100 тысяч? 100 миллионов, да? По-моему, надо было для уровня. Черт подери, я потерял их. Где они? Вот. Даже 110 не хватает. Так, ну что, наши там легендарные драконы, зеленая смерть, что нам принесла? Корма. Там еще тусклый янтарь. Ты-то что там? Понятно. Давай на поиски иди. Так, на рынке открываем с тобой пак. Что по смерти? Шторморез, барс и вепрь. Давно, кстати, не выпадал он нам. И тут надо выпасть ему. Так, и тогда уже рекламы сразу же. Так, монетки Одина. Древоруб, душитель, громобой. И по ресурсам чутка. Так, здесь тоже заберем с тобой. Янтарь. Опять же янтарь. Закрываем. Тут у нас последний пак. Кревет, шторморез, громобой. Все. Ну, вроде бы все сделали пока, да? Что от нас тут зависело? Так, ну что, в самый раз идти нам с тобой на события. Поехали. Так, это злобные вандалы. Надеюсь, мы все-таки допройдем с тобой сегодня. Главное, чтобы игра не вылетала, не чудила, как она это любит делать. А то как-то неохота мне тратить руны, которые мы с тобой так
тяжело добываем. Так, ну что я вижу? Шепот смерти, водорез и змеевик. Поехали. Раз, два. Так, сейчас вдвоем они сходят. Мне выгодно, чтобы... Ну, хотя бы так пускай, блин. Неприятно, конечно, но... Неприятно, что... Да хорош! Блин. Так, водорез куда? О, щит. Блин, а у меня не хватает. Сколько здесь? Две волны. Блин, ну придется вот так вот делать. А чё, чё сделать? Блин, горелый, а? Змеевик сейчас сюда бомбанет же, да? У нас, видишь, пониженная броня здесь. Как вариант, только так, ребята. Как он меня запарил своей в этой... Ой-ой-ой. Неужели мы не потеряем? Неужели уничтожит он меня, а? Да бомбанет, стопроцентно. Да, конечно, бомбанет. Тупо было на что-то тут надеяться. Блин, взял только 3 энергии. А дальше-то что тогда будет, а? Скажи-ка мне на милость. О-о-о, зашибись. Зашибись, я тебе скажу. Нормально, да, так вот? Нам, походу, придется с тобой вот так вот делать. Я не хотел, ребят. Честно скажу, я не хотел вот так вот, чтобы все было. Не знаю, даже вот честно тебе скажу, я даже не знаю, как тут лучше, как лучше поступить. Что это тут у нас такое за летит? Видишь, он понижает атаку. Барсика собирается, да, шваркнуть? Я так и понял, что они собираются мне шваркнуть барсика. Ладно. Переключаемся на древоруба. Да, без штормореза очень тяжко играть. Я так вот сделаю, чтобы просто не волноваться, не паниковать. Поехали, сюда-сюда. Пускай этот влупляет. Угу. Ну, добивай своего другана. Кому-то сейчас будет трындец. Он барсика добьет. Ох, вот ты как делаешь. Хорошо. Тяжело, ребята, идет. Очень тяжело. Ну что же, давай посмотрим, что нам выпадет с колеса обозрения. Давай, плод мудрости. Е. Yeah. Спасибо. Опять же, ребята, не просто так это все нам выпадает. Забираем пак. И мини-босс. А это был обычный поединок. Я на нем-то встрял. А что уже говорить про мини-боссов? Сейчас посмотрим. Сейчас мы с тобой посмотрим, сколько здесь волны будет. 3? Будет плохо. 2. Так, драгуры здесь стоят. 15 уровня. Синька. Фиолы против синих как раз идеально заходят. Так, они электрические у нас, да. Понижают атаку. А что такая инициатива-то у вас большая, ребятушки, а? Я, блин, еще ни с кем не успел походить. Они уже по 2 раза сходили. Зашибись. Ха. Ну. Давай так сделаем. Поехали. Кусаем. Влупил, блин, а. Кто там у нас? Угу, сородич шепота, да? Сородич шепота идет. Блин, а... Так, что ты там прыгаешь? Заюлил.
Надо его уничтожить как можно быстрее. Ну-ка. Ага. Есть контакт. Ну что ты? Давай, наверное, сюда ударим. Еще разок. Мы ходим? Нет, не мы. И просто укусим. И если он даже сейчас добьет мне Барсика, допустим, мы все равно справимся, ребят. Мы все равно справимся. Сейчас можно сделать вот так вот даже. Ну и добиваем его. С помощью кого? Кривоклык. Собственно, персона его добьет. Все. Ну, с мини-боссиком здесь все. Слава богу, прошло хорошо. Очередное колесо крутанем и заберем рыбку. 175 миллионов, я понял. Так, ну что, здесь обычный поединок у нас должен быть. Раз, два, три. Три энергии, да, три энергии. Обычный поединок, потом опять мини-боссик и в конце уже босс. Так, а здесь два громобоя. Но это обычные громобои. Не элитные, но зато они стражи. Что не есть хорошо. Так, промахнулся. Если через понижение, конечно, защиты, можно будет их быстренько ушатать. Да уж, быстренько. Так, минус один. Ну давай хильнемся. Барсика просто нужно вручать. Поехали. Так. И добиваем. Так, ну что, смотрим. Здесь громобой. Воу-воу-воу-воу. Стальной капкан здесь еще. Зашибись. Стоит ли нам тратить? Пока, наверное, не стоит. Я сделаю, наверное, вот так лучше. Теперь добьем. А вот, вот теперь будем с тобой тратить. Отхил. Так, здесь маловато все равно здоровья. Опс. Ну, это последняя волна, так что можно не напрягаться особо. Все равно пройдем. Отлично. Хиляемся. Кусаем. Так, сейчас Барсик. Мы, наверное, понижать будем ему защиту. И, наверное, добьем. Да. И выпадает нам опять 125 миллионов рыбы. Акцент на рыбу дают. Но зато забираем с тобой 150 рун. Хоть что-то отбили, да? Из того, что мы потратили с тобой на... Я же покупал хилки. Так, ну что, очередной мини-боссик. Очередной мини-боссик. Смотрим, что у нас тут будет. Два штормореза. И громобой. Громобой у нас зеленый, поэтому начнем с обычных, с этих шторморезов. Будем надеяться, мы их быстренько сейчас ушатаем. Ну, смотри, тоже делает, а? Тоже понижает мне защиту. Да хорош. На. Хорош Барсика трогать мне, а? Блин, сейчас что-то трындец. Немножко в шоке просто от того, что они тут вытворяют. Что-то мне кажется, что Босяцкого, наверное, не пройдем. Если, ребята, не пройдем, я не буду заморачиваться, не буду здесь делать откаты, потому что яйцо, извини меня, на Костолома, на редкого, мне не нужно, по большому счету, потому что он у нас есть. А тратить руны и все там подобное я не вижу смысла. Так, что у нас тут? Блин, два зеленых, нифига себе. Два зеленых. Офигеть, они сейчас тут будут крушить, будь здоров. Они же разбег делают.
Ну вот, об этом я и говорил. Взял, оглушил. Должен был сходить у меня, а он его оглушил. Начнем, наверное, вот с этого. Сейчас, смотри, сейчас опять. Хоп, и этот будет глушить. И опять же, наверное... А, Барсик, скорее всего, да, сейчас? Нет. Специально все это делает. Так, подожди, а какой из них будет ходить? Наверное, он тот. Угу, а этот добьет все равно, да? Ах, вот так вот. Ну, раз так, так хорошо, ребята. Очень даже хорошо. Давай разбег свой трать. Ага. Погнали. Кусаем. Лишимся мы. Лишимся сейчас мы штормореза. А нет. Ничего у него не получилось. Ну тогда все, захиливаемся и норма. Неожиданно. Запускаем колесо. Древесина, да? 125 лямов. Окей. Ну что, последний поединок, друзья. Последний. Босяцкий. Давай просто глянем, кто там у нас боссом будет. Просто интересно посмотреть. Две волны, да, я так понимаю? Две. Тут даже не знаю. Громору... Ну, я думаю, что, наверное, начать надо с громобоя все-таки. Как по мне. Потому что он красный, все-таки атака у него будет посерьезнее, да? Хоть он и больше урона наносит зеленым. И... Так. Укус. Ты куда сейчас будешь делать? Что будешь делать? Так, сделал, да? Ага. Я так понимаю, этот охламон собирается разбежаться, да? И звездануть. И звездануть он собирается мне. Сейчас глянем. Слушай, а почему он не стал этого делать? Пока не знаю. Давай так сделаем. Он кто? Синька? Синька против. Слушай, ну... Пока нормально все, я тебе скажу. Пока все нормально. Сейчас, наверное, звезданет, конечно. Воу-воу-воу, тихо, ты что сделал, хмырь, блин? Я специально не хилял, я думал, блин, вытянем, блин. Как так-то? Зеленый по фиолам наносит урон повышенный. Че ж я вот сюда-то не глянул, ребят, наверх-то, ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй. Не... Трындец. Да. Это трындец, ребята, какой-то. Сейчас будет. Пампарам, да, называется? Блин, они там втроем сейчас будут сходить. Они сейчас такой размес будут делать. В кого этот будет звездярить? Вот скажи мне на милость. Промахнулся. В кого ты будешь бить? Вау, это хорошо. Вот сейчас было замечательно. Это вообще не попадает, прикинь. Это что за фарт? А? Такой, скажи-ка мне на милость. Это что за фарт? Он усиленный, давай по зеленому. Как раз, хорошечно. Вот так. Почему-то все равно атака не... Такая мощная. А мы с тобой будем пока этого бомбить. Чтобы как только этот уничтожит его, мы с тобой могли добить. Твою налево, а? Ждал, ждал, дождался, да? Давай, шваркай его. Поехали. Раз, два.
Раз. Ну что, добьешь ты его? Должен добить, по идее, да, наверное? Отлично. Ну, а мы добиваем его. Слава богу, справились без штормореза. Запускаем колесо и забираем древесину. Ну что, ребята, яйцо костолома редкое. Забираем и сразу же его отпускаем на волю. Так как он у нас есть. Отпустить, да. Здесь заберем с тобой награду. 30 конфет. Подожди, а почему конфеты до сих пор дают? Я не понял. Секунду. Чего? Четыре дня, а я уже... А я, ребят, потратил. Я покупал жутко света, по-моему. Если честно, я уже и не помню, кто у меня там куплен был. Ну, за 4 дня я бы накопил бы. Трындец. Я думал, что с начала месяца, ну, с 1 числа сбросится все. Угу. Не сбросилось. Так, ладно, давай мы с тобой тогда, наверное, еще попробуем набить 3 пака. И будем на этом закругляться, ребята. Будем ждать следующего события, которое надо будет посмотреть, кстати, когда оно там у нас будет доступно. Так, ну тут... Тут древоруб опасный. Громль, кстати, тоже не подарок, если честно. Сейчас просто бомбанет, да? Просто. А так он любитель фаерболы свои запускать. И этот тоже, кстати. Вот как вот докопаются, а? Вот докопаются до кого-нибудь и все. И начинает бомбить. И без остановки просто, понимаешь? Как эти, как бабки на базаре. Сейчас полетит. Угу. Да. Вовремя, ты еще тут и баф повесил, блин. Ладно. Справимся, я думаю. Ну что ты вот лезешь-то, а? Короче, вот так с тобой сделаем. Лишняя перестраховка, я думаю, нам не помешает, да? Так точно. Ну что, синюха, будешь получать по полной программе? Потому что от фиолов тебе сейчас будет здорово досыпаться. Да, конечно, ага. И добиваем. Как-то так. Так, здесь у нас драгур. Крылатый ужас. Начнем, наверное, с драгура. Хотя ужас тоже как бы не айс. Замедляшка плюс... Он же у нас, да, атаку понижает и замедление морозит. По-моему, он. Снежный комок. По-другому его можно назвать. Да, так и есть. Замедляшка и понижение атаки. Поехали. Так. Ты глянь-ка, что творит, а? Ах ты, жук-то ты навозный. На-ка, получи. По фону ему всыпали. Так, ну а лаварык для нас вообще не авторитет. И никогда им не был, и никогда не будет. Я тебе даже больше скажу. Что бы он тут ни делал, защиту, отхил, это все, ребята, пустяки, на самом деле. Сейчас даже если он щит на себя повесит, это ему не поможет. Не успеет он ничего повесить. Ха. Ну, а здесь у нас сарделька, барсик и плюс тройной удар. Начну, наверное, с тройного все-таки. Барсик никуда не денется. Сардельку трогать пока нет смысла, потому что зеленка, это все-таки из меня страж. Мы его замучим все пробивать, нас быстрее вот эти распишут. Так что в наших интересах... Какой у тебя паршивый вот этот удар, а? Массовый, прям не могу. Так, барсик куда? Сюда, наверное. А, сарделька. А барсик сюда бомбить. Конечно же. Погнали. Так. Хилочку врубаем. И еще пробивку. Нормуль. Ну, они ушатают все равно мне барсика, вот поверь. Сейчас сарделька подключится. Халява, да? Отлично, в минус.
Понижаем броню. Так, ну что, Кривоклык, это по твою душу зеленка-то? По твою. Ты у нас тут любитель зелени. На тебе. Что он там думает? Ну и добиваем. Все, нормуль. Ну что могу сказать, довольно неплохая аренка у нас получилась, потому что мы получили с тобой эпический пак и плюс еще один редкий. Это классно, я считаю, за один заход, ну и естественно пак вождя. Так, Костоломчик, Шторморез, Парящий Прихвостень, Громобой и Кривоклык опять же выпадает. Я, наверное, активирую вот этот вот пак, чтобы нам его потом глянуть. А здесь заберем с тобой награду в 10 рун. И, наверное, все, ребята, да? Да. Так, посмотрим, когда у нас будет доступно событие. Это через один день. Ну, грубо говоря, через сутки. Через сутки. А как оно там называется у нас? А, выживание. Твое налево. Это где у нас будет по 6 волн? Событие короткое, но по 6 волн. Ладно, надеюсь, нам повезет с прохождением его. Ну, а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.